В преддверии Нового года у нас появился новый тренажер. Рычажная скамья Скотта. Чем она отличается от обычной скамьи Скотта? Тем, что здесь не используется штанг, то есть свободных весов. Движение будет получаться максимально изолированным, и мы максимально можем сконцентрироваться на рабочей мышечной группе. Движение можем выполнять так, как и одной рукой, максимально концентрируясь на движении, так и двумя руками.